Как заявил в телефонном интервью нашему каналу адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена, в сложившейся почти тупиковой ситуации виноваты только Соединенные Штаты, аннулировавшие паспорт его клиента. Я должен сказать, я думаю, что американские граждане даже не знают, что вот та ситуация, в которой он сегодня оказался, он оказался исключительно по вине американских властей. Потому что когда он оказался в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, ему американские власти аннулировали паспорт. Потому что если бы они этого не сделали, он мог бы там перейти границу там России, к примеру говорю, там, или там уехать в другую какую-то страну. Но когда они это сделали 22 июня 2013 года, есть соответствующие уведомления нас о том, что они аннулировали паспорт. Вы понимаете, да, что создалась патовая ситуация. Эта ситуация входит больше в политическое русло. Но я абсолютно убежден, что не может политика в данном случае каким-то образом влиять на Россию со стороны американских политиков в части понуждения России совершать нарушение прав человека, в том числе американского гражданина Эдварда Сноудена. Поэтому нельзя Россию сегодня призывать к совершению противоправных действий. Это был адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы информатора Эдварда Сноудена.